Я верил, что после смерти моего тела на планете Земля я продолжу жизнь на той планете, откуда меня прислали, когда перерождали в обитателя планеты Земля, то есть человека разумного. Когда я, то есть мое тело, под именем Максим Доши, обитателя планеты Земля, прекратит свое существование на планете Земля, мое другое существо будет жить дальше на планете Нептун или Юпитер, или на планете другой галактики. Но мне, так как я живу в теле обитателя планеты Земля, это неизвестно. Но я знаю, и я уверен на 1,025,000 сексапильных процентов, что я, сука, буду, блядь, жить на другой ебаной сексапильной планете, когда я сдохну на планете Земля. Я буду жить после смерти, я бессмертен. И вы все, те, кто сейчас меня смотрите, обитатели планеты Земля, никак этого воспрепятствовать не можете. Вы можете убить мое тело. Убить! Но я все равно продолжу жизнь на другой планете. Так что я круче всех вас. Вы так не можете. Вы самые простые обитатели планеты Земля и не будете жить после смерти. А я буду на другой планете. Осталось только выяснить, на какой.